Всем привет, ребята! Хочу вам показать, який у мене в машині стоїть відеореєстратор. То есть я вибирав його, собственно говоря, щоб Full HD качество, HD. То есть я багато думав, що лучше купить, Action камеру или конкретно відеореєстратор. По суті, решил поставить именно Action камеру с функцією циклической, то бишь вона имеет функции как регистратор. Камера так выглядит. UE или Xiaomi, Axioma, кто как хочет называет. Action камера с функцией Wi-Fi. Вот. Сейчас я вам покажу. Соответственно, есть кнопочка ось, Wi-Fi намальованный, да? Нажимаем. Загорается индикатор. Ну и, собственно говоря, включаем. Есть приложение UE, да? Нажимаем на него. Так. Ось находит нашу камеру. Ось она, эта камера. Включить. Подключение по сети Wi-Fi, то есть 3G, нашло. Смотрим. Так, вот, собственно, мы и побачили, да? Сейчас, 2 секунды. Немає 10 рук. Так, вот наша камера. Можно так, наверное, не пробовал. Нет, наверное, так не можно. Вот она. Вот можно бачить, я сейчас ее... Раз. Крутю. Вот такая система, да? Вот я ее поворачиваю. Соответственно, идет картинка. Вот. Сейчас у меня пишет, получается, 1080 на 60 кадров. Какие тут настройки? Там лапс, кстати, есть. Это что снималось, короче, настройки, расширенные настройки, разрешение, значит, дивіться, яке можно выставить разрешение, то есть дуже багато варіантів. Замедленные, кстати, съемки тоже очень качественные. Есть два вида замедленных съемок. Так, качество видео выставляется. Можно выставить дата, время, дата и время вместе или отдельно. Так, что тут еще есть у нас? Можно делать фото, можно переворачивать. У меня сейчас перевернута, она догори ногами висит, поэтому у меня функция перевернута съемка. То есть, вот фотографии можно делать, можно таймер ставить, таймлапс есть. Выставляется на 2 секунды. Сейчас покажу. 2 секунды. 0. То есть тоже есть великий перечень. 1 секунда, 2, 5. Интервал 10, 30, 60. То есть тоже прикольная тема. Так, ставим назад на обычное на вид. Да. Вот все, настройки устройства. Блин, ну тут реально куча настроек. Дивіться, что можно выставить. Ну, это камера. Режим по умолчанию обычный, режим съемки по умолчанию одиночный. Циклическая запись у меня сейчас выставлена, вот стоит, да? Потому что у меня служит как видеорегистратор. Включать Wi-Fi при запуске. Ну, смысла немає. Выход IV не надо. Перевернуть кадр, включено. Аварийное сохранение резервной копии. Ну, не включено у меня такая. Я еще тут дуже не разобрался. Удалить связи со всеми Bluetooth устройствами. Фиг я знаю. Вебс. Мута какая. Це цветовая кодировка. Ну, короче, тут, блин, настройка Wi-Fi, режим LED, часы камера, автоматическое выключение, Never, устройство, версия, серийный номер, версия прошивки, CD-карта, поиск камеры, восстановить заводские настройки. Ну, короче, реально тут реально багато функцій,
всі вони працюють. Я ще з половиною не розібрався, приблизно виставив так, щоб працювала в мене іменно екшн-камера, як відеорегістратор. От. От і все, друзі. Так що, якщо ви вибираєте, ну просто виходимо так і все. Якщо ви вибираєте собі в автомобіль недорогий реєстратор, дана камера служить і як екшн-камера, і можна бокс купити під неї. Бокс буде якби і під водою до 40 метрів. Кстати, тут індикатор синій, це заряджено. Якщо буде розовий індикатор, це буде від 30 до 50% заряду. Тут, кстати, зарядку показує все, я не показав вам. Якщо буде такий красний, то це вже менше 30%. Тобто, ну така сьомний акумулятор, підсоєднення, ось є у мене шнур. Ось о, такий пумп і заряджається все. Тобто, без проблем, якщо треба. От, все, Wi-Fi можна виключати. Wi-Fi виключили, він тягне на себе дуже багато. Так що, купляйте тільки качественну камеру, щоб можна було просмотрети потім на комп'ютері номера і всі нюанси, які обична камера дешева не покаже цього. Все.